Наши люди контента, они находятся в плену того, что только уникальности и эксклюзивности того, что они продают, уже достаточно, недостаточно. Потому что рынок контента в России, по сути, это рынок внимания человека. Внимание человека, оно очень растянуто, потому что у него есть дети, школа, работа, отдых, поспать, пожевать, еще раз. Как же важные новости мира. Важные новости мира не важны до тех пор, пока ты не понимаешь, как они с тобой соотносятся. Если тебя...